За тихой рекою, березовой роще, распустится первый весенний цветок. И я загадаю желание попроще, и перекрестившись, взгляну на восток. Окрасится небо багряной зарею, и вечное солнце над миром зайдет. Над землею, и Божье прощение с небес принесет. И белая птица взлетит над землею, и Божье прощение с небес принесет. И что-то большое откроется сердцу, такое, что жизнью моей не объять, и станет спокойно и сладко, как в детстве, когда обнимала станет спокойно и сладко, как в детстве, когда обнимала меня моя мать. Молитва святая, молитва святая, слезами прольется Христовой любовью. Исполнится грусть, и в это мгновенье душа прикоснется к великой вселенной. За тихой рекою, березовой роще, распустится первый весенний цветок. И я загадаю желание попроще, и перекрестившись, взгляну на восток. Окрасится небо зарею, и вечное солнце над миром зайдет, и белая птица взлетит над землею, и Божье прощение небес принесет. И белая птица взлетит над землею, и Божье прощение с небес принесет. И что-то большое что жизнью моей не объять, и станет спокойно и сладко, как в детстве, когда обнимала меня моя мать. И станет спокойно
обнимала меня моя мать. Молитва святая, молитва святая, слезами прольется, Христовой любовью исполнится грудь. Я посетила Государственную Третьяковскую галерею, конечно, она меня очень впечатлила. Если я не ошибаюсь, здесь 63 зала. Я не все залы проходила. Я проходила залы, но не везде останавливалась, потому что где-то были залы скульптуры, где-то были залы военной тематики, огромные панно с военных действий. Я это пропускала, не смотрела. Меня больше интересовала живопись, натюрморты, портретные галереи. Не все, конечно, снимала, хотелось самой посмотреть поближе, разглядеть, прям близко подходила к некоторым картинам, чтобы просто разглядеть кончики пальцев, руки, глаза, губы, вот как выражены вот художником. Настолько все это объемно, настолько это все прям вот живо, как будто действительно этот человек, вот он стоит перед тобой. Если женщина стоит в вуале или в каком-то в легком каком-то гипюре, так эти кружева, они все прям воздушные, прям там видно каждый рисуночек. Если это натюрморты фруктов, овощей, так там персик, он прям соком брызжет, виноград, он прям прозрачный, цветы, они прям каждый лепесток. Но это надо смотреть. Это великое счастье будет. Великое счастье вам, если вы попадете в эту Третьяковскую галерею. Я была первый раз. Ощущение непередаваемое. И если будет у вас возможность, вы, конечно, ее посетите. Не пожалеете. Я полна впечатления. Душа прикоснется к великой вселенной.